Приветствую вас на канале AS Mode & Play. Мы начинаем игру Tomb Raider, Расхитительница гробниц. В лицо неизвестности. В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю! Останься здесь, с ними! Ни за что! Откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально! Черт! Еще по чуть-чуть! Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Туда. Не дурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну? Пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины.
что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! А, черт! Чудом спаслись. Чуть-чуть, давай!
нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Неужели добралась? Икона. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Я подзабыла греческий, но... Он указывает на что-то спрятанное неподалеку.
Я помечу места на карте. Он провел своих учеников через пустыню к оазису. Ее нигде не видно. Погибла, наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу на закат. Они ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Thank you.
Чтоб тебе. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие... Единственный от Всевышнего. Ты... освободить ту старую платформу. Только бы сработало.
Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды? Может, удастся проломить стену? Вода удерживается шлюзовым затвором. Вот если бы его поднять. Вода удерживается шлюзовым затвором. Вот если бы его поднять. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Почти внутри. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В
В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или сам... Еще один религиозный символ. Только простой и самодельный. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий.
Милорд, последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Надо поднять уровень воды. Если я смогу забраться на ту балку. Если я смогу забраться на эту балку. Нашла. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Ставьте заряды! Yeah.
Иона? Надо найти убежище. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!